Бля, как к мосрезу привыкнуть? Привычка вставания. А можешь просто тело не покидать сразу. Так рефлекс. Надо просто нофи поиграть немного. Ах, да не советую сейчас. Алакрити, миском. Угу, все, подай. Бля, опять припут не убил. Забежали спать бабу. Субкаст. Все, трап уед. А уешь. Выбежали, милики. Дерево сзади там. Дерево, да, бьем. Быстрее, быстрее дерево. Все, по одному заливаем точно. Отбегаем от них, когда взрываются. Лол. Как так-то? Как вас бунт убивает? По корням фридом а даем. Дерево ешет. Я вот этого. Стоп-каст. Пока нету даберов у нас. Так у нас все живо? Где? А, у меня что, фаталити? А, подожди. С прошлого боя фаталити смотрю. Фу. Все, максимально в центр его ставь. Ну, почти. Подгребачки, подгребачки. Чё он бегает туда-сюда? Что он затамтить не может, потому что под грибами должен быть. Всё. Избимое. Субкаст. Смотри сразу следующие грибы. В центре есть. Дерево вот в строке. Я на грозовом сбивал косты, главное водяного сбивайте. Больше в грозового. Излучай. Дерево. Дерево. Дерево, да, прям в бине стоит. Чего, я что-то. Доливайте, доливайте. Бимы. Отлично. Давай этот центр. С
Все, трапнул, яд. Где? Дерево где-то. Где? Не вижу. Разбежались. Все, аккуратно, аккуратно. Отбежали от них. Все, дальше изи. Самое тяжелое пережить. Стопкаст. Корни тоже заливайте сразу. На второй фазе вдоль речки встаем, все перебегаем туда-сюда. Дерево, да. Дерево. Держите их вместе. Пас. Ну, маленький гриб. Беги, малышка, беги! Где? Центы. Забери грузового с меня. Все, можете и скорбей, давай, пожалуйста. Ладно. Субкаст. На сбиваем грузового касты. Забери это самое. ДК там пал. Видеть. Изучай, видеть. Геру дайте. Где его? Дерево на реке. Одновременно заливаем. Больше в грозового. И вдоль реки встаем. Грозовой каст. Все. Бимы. Все, вдоль реки все встали. Перебегать будем туда-сюда по команде. Субкаст. Про дерево не забываем. Будет расти тоже. Кучно не стоим, рассредоточено. Тихо. Дерево. Да, убили и перебежали. Дерево, дерево убить надо было сначала. Перебежали. Обратно перебежали. По корням фридом по один. Субкаст. Перебежали. Заранее не надо перебегать. Перебежали. Скоро дерево. Смотрим. Дерево не убили. Это вайп на той стороне. Залить. И перебежали. Аккуратно там смотрите эти. Семечки везде. Просто аккуратно на левом берегу станьте, да. Перебегайте. Перебегайте. Корни. Сапка. Перебежали. Дерево начали убейте. Дерево на той стороне. Фридом дайте. По один. Сейчас сдохну. Там нифига там. Перебегайте. Ну, у меня тут, короче, это херня, походу. Так что аккуратно. Возле меня не стоит. Перебегайте, перебегайте. По один и фридом дадут, нет, а ой.
волоку в корнях. Понял. Перебегайте. Крадал, дай поняшесу, Бэр. Цепка. Перебежали. Дерево где-то. Дерево по на правом берегу, да. Перебежали. 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 Стопка. Он больше не властен надо мной. Мой взор снова ясен. Ну, правильно. Герой. А чё хп было увеличено у танка, что я не вкурил? Дамбаф какой-то или чё? Получаем вот чего-то. У босса баф на хп или что? Не, у танка 77 тысяч. А, не, слушай, это я не вкурил. Не смотрел. Раванды линкуем, еще сколько у вас уже шмоток, ну, пишем циферку из сета. Катя, на танка сет как бы вообще такое все. У тебя с кошатницы ноги топовые. Скалокарна ты имел в виду? С броней. Да, или скалокарна с броней, да, которая. Хан, там не надо тебе на оф что-нибудь? А, вот вроде надо. Я вообще через плечи собираю. Там Т8 на плечах, меткости нет. Вот плечи одел с робота. Но остальные там капы. На ногах мастерство. Так что через плечи буду.
Жека, что где-то? Ну, а что-то куда-то провалился. Давай засуманим. Все, в принципе, все здесь. Рассоситесь по полю, чтобы вас напало не фигачило. Мертвы-дахи, вы по округам. Дистанцию набрали. Бабышки бьем, все, изи. Угу. Ж какие копейки он там методы. Ладно, все, пуляйте. Тут, я думаю, никому никакие припады не нужны. Отошли. Там 20 метров хватит. Все, эрдахи, вы вот к этому маленькому кругу рассредоточенно встали. Медики, можете просто в текстуре стоять и постоянно за спину заходить, чтобы вас никогда не било. За спину все. Хилвер, ДД в череп. Хилвер, ДД в череп. Все, стоим. Мирики, танки вот сюда. В череп. Танки голову агрите пока, да? ДК повзрывай, бомбот. Танк.
Хант, на путь голову. На первой фазе встаем, рассредоточено. Первый будет обстрел, надо будет сбежаться за спину. Кливаем максимально. Все три части одновременно залить надо, следим за ХП. Мины аккуратно. От ракеты отойдите. Чуть больше по нижней части. Обстрел, отошли. За спину. За спину. Ребят, больше в нижней части. И опять рассредоточиться. Беги, малышка, беги. Побежали велики. Сейчас больше по голове. Все, все три одновременно только убить. Смотрим ХП. Ну, почти идеально. Я бы сказал, идеально. Но если учитывая про то, как одновременно упало все. Ну, тут люди же не первый раз же. Я, кстати, был забыли. С прошлой недели. О, волнерский кусок. Эй, везет так. Бомба там Ребят, давайте активнее там трэш чистить идем. Перекура не будет, а то у нас РТ короткая, поэтому давайте по фастику. Плюс 4? Да, плюс 4. Там, кстати, без пула трэша этот Рога сможет активировать Мимирона или все равно? Там любой сможет по стенке, да? Если.
активировал недавно. Ну, что, главное не обосраться, ну. То есть мы сегодня его даже плюс один не будем ставить. Времени нет. Сегодня нет. Тут контроль даете каким-то хотя бы приверженцу? Приверженцы убивают первым, как бы. Тогда выкинула. Будете контроль давать или пофиг? Приверженцы заряйте, по остальным вообще не надо контроль. Там, кто крутится, отойдите, дизам дайте, все. Рок, а что ты хочешь убить на Дубронос? Огаона? Вроде пока еще не расходимся никуда. Ну так у нас еще полчаса. Ну там если что, без одного можно убить. Ну как меню везок точно падает. На йога там реально там минут 10-20 можно удалить. Сейчас на везок не затупите, не отхилит никто его и все. Он изи падает. За 10 минут. Может даже быстрее. Алексей не видел. Не убивайте. Ну, теперь точно. А, нет, все, везет, ладно. На своей мне и так нет. Саня, сис, меня забери, метки там расставишь. То сейчас опять все поснимаются. Да, слушай, а что там по хилам-то, я не помню. Или типа друид фигов на Везексе? А у кого есть... у хилов у кого доспех есть? Вот Краделыч хочет в этого, в кота. Ты кот нахер не нужен. Вон Лекс и Пинан спекнутся. Там как бы кастеры больше дают. Хотя я думаю, даже пинанс один спекнется. Нам вот так ДПС хватит. Пускай лучше щитки будут. Ромбу сап. В овцу ледяного мага, который звезду. Пускай базука. И кругляшок давай этот... Бенви. Лема я забаню сам. Ну, остальных просто дофигачиваем. Этого с кого-то. Кого первого тянем? Че, Рога это самое. Сапни этот. Рога. Да, фиолетово. Рога тут? Ну ладно, фиксим тогда. А, ну все-все. Тут? Нет? Рога, ты ромбик сапаешь? Может, написал, тут пришел-то. Два, я... у нас же 4 этих
мага. Ну, давайте тогда, да, ромбик, давай тогда этот, сильно тоже за контроль. Сейчас, сейчас зайду. У меня это... Все, я понял. Кого мне грипнуть первого? Вон стража грипнешь, который ближе всех. Да, грип, стража и все. Нафига чем его. Так, все, маги, все поняли, да? Сильно ромбик. Бенви, я тебе говорил звезду, да? И печеньку базука. Все, поехали. Смейте свои прожимки, там, чтобы быстрее убить. Все, он отказывается. Звезда вышла. Давайте звезду. Там можно стан давать. Что-то было. Пробежечка. Элема убиваем. Потом печеньку тянем. На будущее приверженца первого убиваем, потом остальных. Ну давай тогда. Все, метки все те же самые. Все, поехали. Круглый шок запать. Ой, за это кто-то. Ой-ой. Если что, у нас маг прибежал, кто на маге должен был быть? Не, он, кстати, законтролился, но почему-то прибежал к нам. Я что-то вообще не понял, как это. Следите за своим контролем. Как будто бы, знаешь, на фире добежал. Мага убейте следующего. Касты сбивайте магу. Звезда. Рема перебанит. Угу. Семка. Потом стражу. Жучек, реконтроль. Надо быть скоро. Там, ребят, не вставайте, мы с ресом просто поднимем. Все, этого Лема разбанится. Там ромбик. Тянить ромбик. Сразу станом. Ромбик, кругляшок, звезда. Напишите свои эти, кто кого контролит. Ромб, кругляшок, звезда. Кругляшок, кто контролит. Давай базуку, кругляшок тогда. Да, он и был.
Базука, отреагирую как-нибудь. Базука здесь нет? Давай алакрити тогда, кругляшок. Сейчас там подтянутся люди. В смысле, я пишу. Я ж пишу вам, что да, я в таргете своего держу, чего. Сейчас ты сказал, да, до этого даже ничего не писал. Я написал до этого просто в чате. В смысле, где, в Дискорде или где? В игре. В чате я ничего не вижу. Да, да, я в таргете своего держу. Это уже потом написал. Было. Ну ладно, неважно. Не, это было через все, давайте просто на счет 3 контроль выдадите и сразу грипп. Давайте. 1, 2, 3. Идол выпал, да? Ну, линкуйте кому надо. Какую битку? А, этот, ближайший тяни просто. Ну, вот это. У нас тогда пинанс в шипе. Давайте их убьем вначале. Все хилы под босс встают. Кому контроль дадут, сразу циклон, пожалуйста. Я во все, короче, жезлом херачу кого-то. А там через все, через вихрь, через все херачу жезл. О, ну это нормальная, обычная тема. Саня, ассист. Зато теперь босс с дебафом будет. Бейлс я не сможет дать. Ну вот сам приклад, главный прикол, что нет, и дебаф на нем-то. Это на мобе нет, на боссе-то есть. А, да? И... Моба не достала просто. Смотри, 5 Сидора законтролил, опять Бейл хочет. Все помеем, все письки. Так, кому там свапнуться надо было, уже все услышали, да?
Все, РДД в меточке стоят, стреляем только из лужи. Попал куда первый? А, есть. На хавате кто падал на трэше? А тут надо, да, на минус хил? Ну, типа, можно, да, ты все равно здесь дамажить особо не будешь. Дамаж. Если у ШП есть талант, то и не надо. Там 20%. А у него 50. Угу. Короче, смотрите, РДД все стоим четко в квадратике, отбегаем каждую лужу. Отбежали, то есть, встали обратно в квадратик. Все, только из квадратика дамажим. Во время перебежки не дамажим. Будет кидаться метка безликого, крестик, метка будет ставиться. С ней надо резко убежать назад. То есть она может кинуться на перебежке, где бы ни кинулась, сразу назад резко убегаем. Там блинки, порталы, локи должны быть сразу поставлены. Загры здесь следим, переагривать босса нельзя. На пулу по КД даем, рога и хант, прям по КД. По ханту кулак дается. Там паладин какой-то офнулся, может он давал кулак. Да, скорее всего. Че, куда ты отлетел? Дискорд тоже нет. Может свет вырубил? Ну, ждать не будем, а то кто-то иногда может кулак дать. Кто у нас тут? Вкинулся, раздай всем кулаки. Кинулся тут. Кулак. Раздай кулаки всем. Ханту самое главное. Ханту это вот там типа уроды розовые, у нас не пугарает вроде. Никто так не общается. Все, ладно, давайте готовность. РДД все четко стоим в этом в квадратике. Мы ХМ делаем, поэтому никакого АУЕ, никаких живых бомб. Мирики следите, как только спора появилась, сразу стопаем все АУЕ. Роланда. А я тут, а что такое? Ну, готовность. Не подтверждаешь? О, я, наверное, зависла, мне не показывает. Ну... Коста, ничего не попробуй. Проверь как-нибудь, да. Не показывает, подожди. Ревогайся. Я сойду. Ну, паладин зашел. Это ДК оставишь босса вот прям так, как он стоит. На том же месте, ага. Так же его, чтобы он так стоял. Знаю. Никто раньше ДК его не бьет. ДК бежит, сам пуляет, только потом начинают бить милики. Здесь не пашет. Вон. Да пофиг. Все, Рованда здесь, ревогнулся. Не-не, подождите, пожалуйста. Сань, поставь фриут на 5 сек. Роду покопать. Пуанин, а что не выкопал-то? Осталось еще. Он не жадный. Оставил там парашу какую-нибудь. А, забагалось.
Дарованда, тебе надо что-нибудь сбросить с этого? А я уже гружусь, сейчас захожу. А, ну давай. Все, главное, РД за агро следим. Сорвали это вайп. Чек на пул. Все здесь? Угу, все, давайте. Поехали. Милики раньше танка не бьем. На пульщики тоже пока не бейте раньше танка. Все, можете на пульщики бить. РДД пока не бьем, стоим, ждем уже. Отбегать не забываем. У кого дамаг жесткий, можете вторую подождать, чтобы не сорвать. Сейчас метка будет, с меткой быстро выбежит. С меткой назад, угу. С меткой ждем, пока спадет дебаф, и возвращаемся. Мили, порыв, мили, аккуратно. Осторожно, не уешу. Стопнули, ауе, разбили пары, это вайп. Метка, выбежал назад, быстрее. Кто там? Финанс. Ты что, крестик на себе не видишь? Метка сейчас будет, выбежал. Куда вы раньше времени разбегаетесь? Никас. Ну, кто стоит мне в метке, блядь? Метка сейчас будет, приготовились. Выбежать надо будет. Лок, угу, портал, все, убежал. Все, приготовились, сейчас появляется ЛМ, даем агро, сейчас метка будет. Также выбегаем, с меткой ушел назад. Угу. Все, ждем маленько агро, на пулечке напулили, срывать нельзя ЛМа. Чуть поближе надо, здесь все. Все, поехали. За агро следим. Внимательно. Там заебись, не сорви. Чё там, Бэйл, да? Ну да, давай. Давайте Бэйл. Метка сейчас будет, внимательно смотрим. Не с меткой выбежал. Быстрее назад.
четко в метке стоим, я же говорю, ок. Метка, Сидора, быстрее, вышел, быстро, быстро. Все так же, все делаем, добиваем. Метка сейчас будет, надо будет выбежать. Куда вы побежали? С меткой только человек выбежал. Теперь же сбежались. Блин. Опа. Ты возвращал. После метки. Крадо очень сильно БР. Далеко отлетел. Что, блядь, отбежать не может? Отельки маны нет. Вышел. Бежали. Жек, ресни фейс. Метка сейчас будет, выбежать надо будет, не обосритесь. Выбежал, выбежал, быстрее, что стоим. Там кто-то еще про Торима ХМ говорит. Это даже неплохо, это хуёво, я бы сказал. Это вот шея на кого он придет? На Ханта? На Фурика. Хант, Рога. Крит Ханс. Может быть Ретрик. Энх. Не из ПДшки, наверное. Самое простое стать. Ну, Паун, у тебя нормальные сапоги есть, такие же, с такими же статами. На оф отдам.